Короче, чат, к сожалению, в ближайшие 2-3 дня, мне кажется, ну, типа, качество моей игры в конкретно PUBG сильно упадет. Потому что мне надо заново привыкать к этому дерьму. И, ну, как бы, настроение тоже будет такое себе, потому что я снова сюда вернулся. Я не думал, что это будет так травмирующе для меня. Оказалось, что да. Оказалось, что real talk травмирующе. Да, блядь, чё тебе надо-то? Боже, он серьезно? Он так медленно двигается? Ёб твою мать, он так медленно двигается, когда хиляется. Вот такой, как просто... Когнитивный диссонанс в вакууме, блядь, испытываешь после СП. Когда у тебя перс так долго, блядь, делает хуйню всякую. А там чик-чик и сделал. Так. Ну это мы смело меняем вот на это. Блять, да почему ты не поднимаешь это сразу? В СПМ просто сразу цапает, ты просто наводишь, типа нажал. Здесь надо, чтобы он еще руку протянул. СП намного дружелюбнее, чем папа. Братишка. Бля, вот эти кемперы здесь вообще что-то, ну, прям заебали. Которые сидят и кемпят вот здесь. Кого-то слышу. Не могу понять, где. Блин, там что-то пошоркал чел и куда-то... А, мне же не нужно в этой игре ступать. Я игры просто, ну, путаю уже. В этой игре столько не нужно хила. Капа-кипа. Где, где лучше шаги, в PUBG или СП? В PUBG лучше сейчас, конечно, в PUBG сейчас лучше. В СП, к сожалению, очень плохие звуки. Вообще там, блядь, непонятно было, особенно на этажах, где противник. Я просто пострелял, чтобы вспомнить, как оно вообще здесь стреляется.
Так, ну у меня два дыма есть, значит вот это вот. Ну все, надо идти на стрельбу какую-нибудь. Идти какое-нибудь веселье. Я не знаю, как попадать. Не умею. После СП так мало всего на экране. Да, да, да. Мало всего, согласен. Там всякой херни дофига. Сменить класс, сменить еще что-то. Бля, там прям вообще жесть. Все заспамлено. Ел на полицейской тачке, проехал. Ну, не бегу, надеюсь, что кто-то рядом проедет на чем-то. Ладно, никто не едет, я тогда в тачку сяду, проедусь. Капа-кипа. Здесь не нужно наковальню долбить. Мне нравится наковальню долбить. Он парнокопытный какой-то развалил. Смотрите на эти копыта. Смотрите на эти копыта. Смотрите на эти копыта. Смотрите на это копыта. Я хз, как можно было взять, как зафаршмачить ботинки туби, блядь, и сделать из этой красотки какую-то реально корову. Это, конечно, гений какой-то рисовал, просто гений. Пожалуйста, не давайте ему никогда больше ничего рисовать. Инспектор Макатао. Я получил вызов. Стрельба. А ты что здесь стоял, дружок? Он меня то ли не слышал, то ли я хз чего. Так, а что? О, бля. Понял, что он тут стоял. Вы арестованы! Ну ладно, он уже мертв. Его уже не арестовать, он уже мертв. Черт побери! У, сука, я тебя найду.
Я тебя найду, маленький прыщик. Ах ты, сука. Блять, да что это, блядь, хуйню какую-то кинул. После СП даже с гранатами не могу нормально забраться. Там на четверку гранату убирать, здесь на четверку сковорода. Забыл, как играть. Nice try, son. А? Тут нормальные вещи полутал. Как-то. Чел вообще заряженный, если что. То, что он слил, это, конечно, меня даже немножечко давило. Хотя, что меня удивило, блядь? Что меня в PUBG может вообще удивлять? Дурак, что ли? Что тебя удивляет здесь? Ты что, дурак? Удивляешься тут чему-то? Батончика на защиту нет в этой игре, ребят. Да, батончика на защиту нет в этой игре. Ну, короче, то никого не было, то эта дорога стала вообще самым каким-то мясным объектом. Что за трюкач? Дурак, что ли, бля? Ты кто такой вообще, чтобы по мне так стрелять? Я не понял. Кто ты такой, сука, чтобы по мне так стрелять, блять? Понятно, бля. А почему вас так много? Десять секунд, хилочка. Конечно, рейра небольшая произошла. Я только что... Так, что я хотел-то? Ехать дальше. Надо по дороге прогнать.
не пон. Привет, стример, привет, чат, привет всем, ребят, всем здравствуйте, здравствуйте. Да, да, но не так много, конечно же, много мне не надо. Это я возьму. Руку можете. Понял? Все выкатал. Просто весь бенз выкатал из тачки. Кстати, тоже едет на дроп. Здесь еще 15 челов. Пушить этого в доме, ну такое. Там в доме наверняка не он один сидит. Я сейчас найду еще кого-нибудь, смогу помахаться. Но это не точно. Датчик, что ли, здесь надо брать? Датчику бы уже нашел кого-то точно. Помните, как чуваки по датчикам ищутся? Пересаживаюсь на второе место. Дзинь-дзинь, пробил. Поехал дальше. Снова пробил, снова поехал дальше. Снова пробил, снова поехал дальше. Здесь от легких столкновений хоть хп не теряешь. Супер пипл на тачке чуть-чуть воткнулся куда-то. Просто хп пух сразу вышибает. Чуть-чуть просто вот куда-то прикоснулся.
Игра такая сразу же. Так, этому челу высаживаем хп. Бля, никого нет. Я не понял. Вы шо, а где вы обитаете? Я не понял. Должны же где-то быть. Вот тут где-нибудь. Краю зоны где-то вы должны же топать. Бля, я чисто, знаешь, такой охранник мексиканской границы. Ищу тех, кто нелегальным способом ее пересекает. Эк. Блять, как он медленно ходит, божечки, кошечки. Ну, после СП это так сильно в глаза бросается. Так клево, когда можно быстрее ходить. Ну, пока ты хилишься и прочее, когда ты, знаешь, ну, скорость теряешь, но не так сильно. Сейчас это прям удивляет прямо сейчас. С моим стилем игры мне это не понадобится. Ну вот так вот, так вот и есть. Знаешь, ты ездишь, никого нету, а потом бах, сразу два типа. Потонули этого братика. Я хотел уже по нему отработать. Велики опасаются, стреляют. Но тут в траве определенно лежит чел. Здесь где-то определенно лежит чел с глушителем. Найти, видимо, мне его будет очень сложно. Сюда наверняка уже прибежал какой-то чел. Сел просто как мышь.
четко понял, что он сейчас будет гранату мне бросать. Я так и понял. Это, конечно, не как вчера чел в меня 6 гранат выбросил. Но тем не менее, тоже как бы... Ну... Там лосяша какого-то увидел. Лосяшу стреляет. Лосяш где-то, видимо, хорошо прячется от него. Первая выигранная катка после того, как я сколько там, 12 дней не заходил в папку. Первая выигранная катка. С какой? С пятой, с шестой попытки? Ну, первые попытки я просто падал на кемп, и меня убивали. Потому что чуть-чуть там, ну, сенсенда было привыкнуть и прочее. Ну и сейчас тоже победка такая, топорная, конечно, топорная. Не то, что прям уверенная, но нормальная. Но нормальная, как бы... Я удивлен, что вообще сегодня смог победить. Хотя, наверное, когда ты 10 тысяч часов... смотри, ровно 10 100. 10 100 часов. Руки помнят. Да, да. Старый пес, старые трюки. Эк. Сегодня праздник для чуваков с Ютуба будет. Просто они такие... Да! PUBG, блядь! Ура, нахуй! Но не для всех, наверное.